Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня у нас на канале совместное с сыном приготовление блюда. Мы будем с ним готовить жаркое из петуха. Для данного блюда я буду применять вот такой вот чугунок на 9 литров. В этой таре такое блюдо готовится просто бомбово. Это лучшее, что может быть для приготовления жаркого. Мы будем готовить данное блюдо на печном комплексе. Итак, давай перед тем, как мы будем закладывать все в чугунок, мы подготовим наши ингредиенты. Для этого я сейчас разберусь с петухом, разделаю его на части, а ты будешь резать картошку. Бери картошечку, я тебе сюда поставлю. Итак, Кирилл, берем картошку и разрезаем напополам каждую. И кладем обратно. Вперед. Кирилл, лук режем на кольца. Бери, начинай. На ровненькие кольца, Кирилл, старайся. Кабачок берем, отрезаем хвостик и режем кольцами. Вперед. Ингредиенты подготовили, будем сделать закладку в чугунок. Снимай крышку. На дно чугунка закладываем картошку. Немного картошки сыпь. То ты будешь до завтра так делать. Хорошо. Как хочешь. Затем идет петух. Клади лучок. Далее закладываем сухие грибы. Я их предварительно замочил. Около 2 часов они замачивались. А зачем им сухие? Сухие, потому что нету свежих. Сейчас ранняя весна, и белых грибов еще не найдешь. Это. Далее душистый перец, лавровый лист и черный перец. И не забудем посолить по своему вкусу. На, посоли. Далее делаем опять закладку картошки. Это последняя закладка, да? Да. Теперь я... А что там осталось, значит? То потом добросим. Теперь я закладываю остатки мяса. У нас тут есть печеночка. И сердечко. И желудок. А сердечко? Сердечко не было. Были сердечко. Только петушиные... А, да, сердечко у нас есть. И были петушиные яички. Я не знаю, где они тут потерялись. Высыпаем остатки лука. Далее картошка последняя. У меня есть немножко чесночка. Немножко еще душистого перца. У нас есть домашний розмарин. Мама вырастила веточку розмарина. Как он пахнет. Это просто бомба. Кирюха, пахнет. Ага. И далее, значит, сверху сметанка домашняя. Затем кладем ровный слой кабачков. Сверху еще немножко соли. И заливаем все 1 литром воды. Закрывай крышкой. Чугунок готов к постановке в печь. Будем делать угли и ставить в печь.
Чугунок ставим в печь до утра. Завтра утром будем пробовать. Друзья, доброе утро. Прошло 10 часов, как в чугунке томилось жаркое. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Ни один петух не пострадал, поет с утра. Я хочу посмотреть, какая температура сейчас в чугунке. -48 градусов. Отличный результат для данного печного комплекса. Просто великолепно. Помочь? Давай. О-о-о-о. Что у нас здесь? Конечно, Ами. О, картошечка даже немножко потемнела. Супер вообще. Прямо аж слюнки текут. А, какая красота! А. Ребенок с утра голодный. Ребята, без комментариев. Я не буду сегодня ничего говорить, что и как получилось. Просто она кушает, а это значит, что... Ну, в общем, если бы не получилось, поверьте, она бы не ела. Да? Вкусно? Да, да, вкусно. А папе можно картошку? Да? Полный букет всего того, что я туда положил. Полный, вообще. Это, пожалуй, одно из лучших блюд, которые вот, ну, в чугунке получаются. Не знаю, он создан просто для таких блюд. Просто создан. Это... А, класс! Сейчас я хочу тоже покушать, но все-таки... Да, спасибо. Все-таки я так хотел, чтобы дети поучаствовали. Это просто великолепно. Это просто как лакмусовая бумага. Это значит, оно не пересоленное, не переперченное. И вообще классно. Тебе нравится? Ладно, ребят, будем заканчивать. Будем сейчас всей семьей наминать. Тот, кто вчера мне помогал готовить, еще спит. Поэтому ему еще достанется. С помощью чугунка еще где-то 1,5 часа тепло будет сохраняться. Всего доброго, друзья. До новых встреч. Пока-пока, помаши пока. Пока-пока, помаши. Пока!